Сейчас мы находимся на рыбном производстве в поселке Прудской. Именно здесь сначала из местных прудов рыбу вылавливают, а затем помещают в специальные бассейны на передержку. Запах здесь, конечно, ароматный, но в скором времени эта рыбка выпустится в приток Оби для того, чтобы пополнить в целом рыбную популяцию. Малек сазана плещется в полной темноте. Света здесь нет намеренно, чтобы рыба медленнее двигалась и запасалась жирком. Так ей легче будет перенести зиму в условиях Оби. Инкубационный период с мая месяца у нас начался. Ну, с мая месяца получали личинку, подращивали, выпускали в пруды. Всего выпустить в естественные условия собираются около 4 тонн молоди сазанов. Такое зарыбление реки проводят, чтобы минимизировать вред, наносимый природным ресурсам края из-за промышленной деятельности человека. Например, сброс сточных вод или строительство мостов. Запускать пока планируют только сазанов. Выживаемость у них высокая, кушают они много и почти все подряд. От личинок и водорослей до лягушачьей икры. За такую всеядность рыбаки его называют речной свиньей. Так рыба копит запасы к холодам. В течение зимы он практически не питается. Поэтому в данный момент очень важно, чтобы вот этот сигалеток, он достиг определенной живности, чтобы он хорошо перезимовал. Необходимо зарыблять именно посадочным материалом не менее 20 грамм, чтобы была 100% выживаемость и эффект достигал своего, ну, конечного результата от зарыбления. То бишь, и вот сколько результатами хозяйственной деятельности нанесен ущерб, этот ущерб в полном объеме должен быть восстановлен. Несколько тысяч вот таких мальков-сазанов выпустили в свободное плавание. Кормовая база в Оби большая, а это значит, что количество рыбы через несколько лет увеличится до 50 тонн, что полностью восполнит недостающие запасы. Прежде всего, это спортивное любительское рыболовство. Вот, в Алтайском крае, как и во всей Сибири. Кроме того, у нас существуют рыбопромысловые предприятия, которые ведут в промышленных масштабах заготовку конкретно на Оби водных биоресурсов. К слову, пополнению будут рады и местные рыбаки. Но поймать сазана не так-то и просто. Говорят, он достигает больших размеров. Поэтому вытащить такую рыбу и не сломать при этом удочку – большая удача. Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком.